такой экскурсии мечтают многие. Известный путешественник Федор Конюхов совершит полет на мотопараплане с земли Франца Иосифа до Северного полюса. В прошлом году он уже был на полюсе больше 10 суток, а точнее 249 часов 25 минут. В одиночку просидел на дрейфующей льдине. До арктического архипелага Федор Конюхов доберется на борту атомного ледокола «50 лет Победы», который отправится в рейс уже во вторник. Расстояние от места старта до полюса составит около 900 километров. Если во время полета не хватит топлива, параплан сядет, и путешественник будет дожидаться подхода атомохода, который заберет его на борт. Но организаторы экспедиции надеются, что бензина хватит на весь путь. Все детали полета пока не сообщаются, но предполагается, что путешественник будет совершать его не один, а в команде. Предстоящий рейс ледокола «50 лет Победы» будет коммерческим. Пассажиры, купившие туры, станут свидетелями легендарного полета Федора Конюхова, который, без сомнения, войдет в историю арктических путешествий.